Кого я хочу обмануть? Я пришел только, чтобы убедиться, что я признал вину. Ничего больше. Так забудь и двигайся дальше. Так что люди будут обо мне говорить? Не знаю. Да ладно, ты видел, как они вели себя. Они не знали, что мне сказать, не знали, как говорить со мной. Другому ведут себя как-то странно. Будем честны, друг, примерно так же было и раньше. Я просто ненавижу то, что люди знают. Но они знают, так смирись с этим. Ты же приятель, не буду тебе врать, это большая новость. Но это ненадолго, понятно? Все кончено. Ты это сделал. А что, если я совершил самую большую ошибку в моей жизни? Пошли. Тебе не пора собираться на работу? Я не иду. Может, все-таки стоит пойти? Я понимаю, как ты себя чувствуешь. То, что ты сделал в суде, было достаточно тяжело и очень смело. Но даже Кейн сказал, что тебе стоит сразу вернуться к работе, и он прав. Чем раньше, тем лучше. Лучше позже. Так. Все, что тебе нужно сделать, это пройти по улице. Может, кто-то начнет таращиться, кто-то что-нибудь скажет. Ну и что? По-твоему, это так просто? Знаешь, можешь прятаться здесь всю оставшуюся жизнь. Я так понимаю, вы это видели. Пришлось проверить, не первый ли сегодня апреля. Аарон, он же хулиган. Это не значит, что он не может быть геем. Я встречала геев, но никого похожего на него. Я знала одного гея во Франции. Он играл в рейд, водил грузовик. Лучший друг Дороти. Но то во Франции. Сын Вэл Пол, вот он был настоящим геем, правда? Эй, ведь твоя Виктория встречалась с Аароном. Ладно, пошли. В голове не укладывается. Не могло быть так, что он солгал в суде, чтобы отвертеться. Не стал бы он врать о чем-то подобном. Наверное, ты прав. И как давно ты знаешь? Некоторое время. И ничего не говорил? А как бы ты отнесся к тому, что я начал бы вытаскивать скелеты из твоего шкафа? Тебе ведь тоже есть что скрывать. Для новых соседях? Меняешь тему, занятно. Привет. Привет. Аарон здесь? Падди звонил, сказал, что он плохо себя чувствует. Ладно. Я просто хотела показать ему вот это. Зачем? Он должен знать, что о нем говорят люди. Думаю, он и так знает, ты так не считаешь? Бедный мальчик. Насчет нас тебе не стоит беспокоиться. У нас с этим проблем нет, да, Кейн? Я не о вас беспокоюсь. Ладно, увидимся. Увидимся. Адам что-нибудь говорил об Аароне? Нет. Хотя он напомнил нам, что тогда он был прав. Откуда он знал? Они близки? Ну да. Они друзья. А что по этому поводу думает Холли? Не знаю, я ее еще не видела. Почему ты вернулась? Лектор заболел. Сказали, что мы можем позаниматься дома. Хорошо. Ты видела газету? Имеешь в виду, знаю ли я, что мой бывший бойфренд оказался геем? Да, я видела. Ты думаешь, он использовал меня в качестве прикрытия? Я не знаю, дорогая. Но ты была права, когда разошлась с ним. Это точно. Сама знаю. Где Адам? Снаружи Сэнди. Привет. Привет. Мы как раз собирались поужинать. Точнее, я собирался, я не знаю, чем он занят. Ты соединишься? Нет, нет времени, я встречаюсь с девочками в кафе. Пришла посмотреть, как вы. Кейн сказал, что ты неважно себя чувствуешь. Так чем ты занят? Таращусь на этом. Перл принесла, подумала, что это его взбодрит. Не сработало. Ладно, хорошо. Еще одна причина, по которой я пришла, показать вот это. Он должен это видеть. Остальные прочтут. Что? Почему ты мне не сказал? Ну, дорогой, думаю, Пати пытался тебя защитить. Да, именно так. И как ты собирался меня защитить от этого?
Мэри Джейн не слишком везла с парнями, но ни один из них не оставлял ее из-за мужчины. Вообще-то все было несколько не так. И, кстати, ты в этом уверена? Он в душе. Как он? Я был на вызове. Да уж, какой большой прогресс. Может, ему просто нужно немного больше времени? Мы съели по кусочку пирога. Здравствуй, дорогой, как ты себя чувствуешь? Аарон, может быть, разговор с нами тебе поможет? Я собираюсь завтра вернуться на работу. Хорошо. Это прекрасно. Да, но почему? Все в моих руках. Я ничего не могу изменить. Что так теперь будет? Нравится мне это или нет? Я просто провожу тебя до работы. Сколько лет мне, по-твоему, 5? Доброе утро, как дела? Это как-то вас касается? Он в порядке, спасибо. Еще один повод поговорить обо мне. Он просто поздоровался, но обычно он этого не делал. А сегодня сделал. Я тебе говорил, все соберутся посплетничать. Так, закрой глаза на это сегодня, и завтра все об этом забудут. Пошли. Привет, приятель. Привет, ты в порядке? Да, как сам? Ну, прямо как в близких друзьях, да? Заходи. Только ты мог выйти из чулана в местной газете. Что мне, по-твоему, делать? Подать на них в суд? Но Женя в чулане, так чего теперь говорить-то? Аарон. Твоя бывшая здесь. Скажи ей, что я занят. Что? Эй, Аарон, вперед, она тебя уже видела. Он через минуту, дорогая. Спасибо, парни. Как дела? Хорошо. А у тебя? Прекрасно. Вообще-то я на работе. Так, значит, гей? Ну да. Похоже на то. Даже несмотря на то, что мы... Слушай, давай это оставим в прошлом. В конце концов, ты не такой уж слабак. Я горжусь тобой. Заканчивай. Нет, ты был честен с собой. Ну ладно, девушки. Звони мне, Аарон. В любое время, хорошо? Увидимся. Так, это какие-то гейские штучки. Может, самому попробовать? Это не смешно. Значит, все, что тебе нужно сделать, чтобы девушка повисла на твоей шее, это выйти из чулана? Не такая плохая идея, да? Приятно видеть тебя снова. Хочешь мне что-нибудь сказать? Нет, не хочет. Ты всегда был очень злым молодым человеком. Теперь мы знаем, почему. Ты так думаешь? Где ты все это узнала? В тюрьме? Я просто рада, что у него хватило смелости показать свое истинное лицо. Аарон все тот же Аарон, даже если ему и нравится целоваться с парнями. Я знаю это. Некоторые мои лучшие друзья геи. В этом нет ничего особенного. И почему бы нам не перестать говорить об этом? Когда ты в следующий раз соберешься в гей-клуб, можно с тобой? Нет. Тебе не нужно повторять уроки. Если я сегодня чего-то не знаю, то завтра мне это все равно не выучить. А ты готова? Понятия не имею. Ладно, мне лучше вернуться, Райан сказал 5 минут. Серьезно? Это не моя вина, да? Нет, не неси чушь. Все было не настолько ужасно. Нет, нет, потому что я ничего не знала, когда мы... Вик. Ты чувствуешь себя как-то особенно теперь, когда все знают? Чувствую себя самим собой. Рада. Я рад, что ты рада. Пошли. Я думал, ты ведешь меня пообедать. Да, в кафе. Кафе? Ну да, конечно. Вдруг Аарон зайдет. Малыш, я помню, что он говорил. Я не хочу, чтобы он считал, что я все время слежу за ним. Ладно, пошли. Кажется, он в порядке, да? Хочешь, сходим куда-нибудь вечером? Да. Он выглядит довольным. Так Кейн спокойно отпустил тебя с работы? Да, сказал, что я могу отработать вечерами и выходные, чтобы не потерять зарплату. Ты так и сделаешь? Возможно. В любом случае, надоело все вечера проводить у Пати. Ты можешь поехать в город, там есть пара баров. Это не так просто. Особенно в одиночку. Да и он там бывает. Джексон. Ну, я поеду с тобой.
Съездим в Манчестер или еще куда. Они же не выгонят меня, если узнают, что я натурал, да? Нет, но там фейс-контроль. Ты должен соответствующе выглядеть. Привет. Привет. Как дела? Хорошо. На работе тоже все в порядке? Да, у тебя? Да, все хорошо. Может, как-нибудь зайдешь к нам выпить пиво? Да, почему бы нет? Пока. На следующий день Аарон впервые едет на общественные работы. Там ему приходится познакомиться с Уэйном, который определенно нарывается на неприятности. Вечером того же дня он идет на семейный обед. Я же говорил тебе. Говорил, что? Он думал, что будет в центре внимания. Да, не был, пока ты этого не сказал. Спасибо, Бадди. Я уверена, что все будет хорошо, дорогой. Ты был таким смелым в суде, это-то выдержишь. А, все же в порядке. В следующий раз, когда меня будут судить, я просто скажу, что я педик, и вопрос будет решен. Что? Папа? Я просто говорю, что все эти судьи, учившиеся в частных школах, прекрасно его поняли, разве нет? Вы еще удивляетесь, почему я не хочу его здесь видеть. Все хорошо. Тебе там удобно? Купил себе средства от прыщей? Тебе тоже стоит попробовать. Где он? Мой шлем, Аарон, где он? Наверное, одна из овец решила его примерить. Ну ты и придурок, зачем ты это сделал? Ради смеха. Ладно, что тебя грызет? Кто сказал, что меня что-то грызет? Так как ты думаешь? Каждый день общественные работы. Ты вчерашний вечер был далеко не сахар. Семейный обед? Да. Дед меня окончательно добил. В смысле? Да то, что он обо мне говорил. Никак остановиться не мог. Знаешь что, ты не заслуживаешь этого. Сегодня вечером мы пойдем с тобой в город и пройдемся по барам. Как тебе? Ну, пожалуй. Хорошо, но что-то я не слышу особого энтузиазма. А я уж думал, что тебя не застану. Пока. Увидимся. Я подвезу тебя, если хочешь. Рона тут всем займется. С удовольствием. Ты всегда сваливаешь весь бардак на меня. Мне только не хватало, чтобы ты меня подвозил как маленького ребенка. Досталось тебе от них вчера. Да нет, они теперь все мои лучшие друзья. Банда идиотов. Наверняка потому, что это был твой первый день. Сегодня все будет по-другому. Что с котом миссис Джонс? Он ждет тебя. Аарон. Лучшее, что ты можешь сделать, не высовываться. Не позволяем тебя зацепить. Так, мальчики, приехали. Начнем с того места, где закончили вчера. Вы двое почините вот это ограждение. Чего? Одни, что ли? А что мне вас за ручку подержать? За что ты здесь? Ты не говорил. Угнал скутер у ребенка? Отвяжись. Ограбил старушку? Парня одного избил, сойдет? Кто? Педик вроде тебя? Чего? Шутка. Кретин. Ну, вперед, вы двое. Аарон, ты сегодня опоздал. Да, автобус задержался. Завтра постарайся приехать более ранним. Или хочешь схлопотать письменное предупреждение? Он уже в курсе. Два предупреждения, и ты снова в суде. Достаточно, Уэйн. Возьми и иди уже.